Протяженность улицы Промышленной 2,5 километра от проспекта Автостроителей до улицы Жуковского. Ее освещают светильники на 71 световой опоре. Их установили 3 года назад. Затраты на тот момент составили 4 миллиона рублей. Данный объект относится к объектам недвижимости. Вот. Соответственно, в силу статьи 131 Гражданского кодекса право муниципальной собственности должно быть зарегистрировано. И, соответственно, данный объект должен быть поставлен на государственный кадастровый учет. Однако такой регистрации еще ряда документов оформлено не было, а сам ввод в эксплуатацию прошел уже 3 года назад. Тем самым было нарушено федеральное законодательство. Еще в феврале прокуратура вынесла представление администрации города с требованием устранить нарушение. Однако до настоящего времени такие нарушения фактически не были устранены. Прокурором города был направлен иск в городской суд о признании незаконным бездействия администрации города и комитета по ЖКХ. Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал администрацию города исправить нарушение закона. Татьяна Балова, Анжелика Боровинок, Виталий Немов. Наше время.